Наверное, многие удивились, когда увидели заставку сегодняшнего эфира «Северокавказские выборы 2018 в Псковской области». Что это такое? С какой стати? Когда Псков затащили на Северный Кавказ? Что произошло? Ну вот об этом мы с вами сегодня и поговорим. Я объясню, почему такое название эфира и, собственно говоря, в связи с чем такой странный, на первый взгляд, заголовок. В Псковской области новый временно исполняющий обязанности губернатора. Он назначен Путиным. Назначен не для того, чтобы он вышел на честные выборы и честно боролся с конкурентами, с другими соискателями губернаторской должности. Он назначен исключительно для того, чтобы была организована спецоперация по его избранию. Безальтернативному избранию, беспрепятственному избранию на этот пост. Никакие выборы здесь не ночевали. С ним приехали люди. У него есть своя биография, он работал полпредом в Северо-Кавказском военном округе. И вот ребята с вполне приличным образованием, петербургским и псковским, там даже есть мои коллеги, историки. Эти ребята прошли с ним определенную политическую школу, у них образовался определенный стиль общения с людьми. Это люди, которым нельзя отказать в образовании, им нельзя отказать в знаниях. Но я категорически не согласен с тем, с той новой политической традицией, новым политическим стилем, который эти внешне образованные господа принесли в Псковскую область. Это именно то, что я назвал северокавказским политическим стилем. После 96 года ни в России, ни в Псковской области не было честных избирательных кампаний. После фальсификации выборов президента 96 года и принудительного подведения итогов этих выборов, все дальнейшие выборы в нашей стране были сломаны. Машина честных выборов была сломана, а до этого был фальсифицированный референдум по Конституции в 93 году. Мы много уже к тому времени пережили, но то, что произошло в стране уже в 21 веке, это является особой, отдельной историей выборов. Выборы в нашей стране стали процедурой, с помощью которой власть любой ценой, невзирая на любые обстоятельства, сохраняет себя во власти. Выборы проводятся не для того, чтобы граждане могли сменить власть, оценить работу действующей власти и выбрать того или тех, кто им больше люб. Выборы проводятся только для того, чтобы сохранить власть. Любой эпизод смены власти на выборах является для нынешней системы смертельным эпизодом. Мы в прошлом году, в 2017 году, в каком-то смысле недооценили важности двух наших побед на выборах глав районов в Плюсском районе и Гдовском районе. Кандидаты от «Яблока» выиграли выборы на не очень чистых, не очень честных выборах, но выиграли за явным преимуществом. Судя по всему, система власти не только Псковской области, но и во всей стране восприняла это как вызов. Мы видим сейчас то, что происходит с выборами глав районов, и что только что, буквально несколько недель назад, происходило на выборах губернатора Псковской области. Есть политическое решение. Мы понимаем уже сейчас, на каком уровне это решение принято. Мы продолжаем заниматься расследованием всех тех криминальных обстоятельств, которые были связаны с принудительным, я еще раз это подчеркиваю, криминальным уходом с выборов Виталия Аршинова, невзирая на то, что было подписано заявление по собственному желанию. Вы знаете, какие заявления в нашей стране могут подписывать люди при тех или иных обстоятельствах, особенно когда они находятся в ситуации заложника. Так вот, невзирая на все эти обстоятельства, мы аккуратно, постепенно, последовательно, каждый день мы разбираемся в той спецоперации, которая произошла на выборах губернатора Псковской области, и мы сейчас ее примерно себе уже представляем. Остались некоторые детали, но картина ясна. И мы вполне представляем себе, потому что знаем, что происходит на выборах глав районов Псковской области. Так вот, на выборах глав районов поставлена очень простая задача. Она проста, как преступный замысел. Ни одного главы района от «Яблока» Псковской области, да и вообще в России, больше быть не должно. То есть наши две локальные победы были восприняты как брешь, которая была, две бреши, которые были пробиты в борту галеры с известным народонаселением. И власть это восприняла как вызов. Как так? Человек идет на выборы микропрезидента, пусть на маленькой территории, но, кстати говоря, два района вместе, Плюски и Гдовски, это 10% территории Псковской области, это большая земля, это большая территория. И вот эти два успеха, эти две победы были восприняты властью как нечто ненормальное, нечто неестественное, нечто недопустимое. Есть прямой политический приказ, и мы знаем, кто отдал этот приказ. Ни одного главы района от «Яблока» в Псковской области больше быть не должно. Каждому из наших глав, из наших кандидатов на главы районов предлагали сняться с выборов. Каждому угрожали. Каждого пытались купить и задобрить, кого деньгами, кого
должностями будущими. Притом в этих спецоперациях принимали участие не кто-нибудь, а лица, замещающие госдолжности и работающие на должностях государственной гражданской службы в Псковской области. То есть у нас целая цепочка преступлений, которые мы сейчас увязываем в единую картину. Надеемся, что честные сотрудники правоохранительных органов смогут восстановить все преступные события, все без исключения, которые происходили с нашими кандидатами в процессе их выдвижения и со многими даже после выдвижения. Я хорошо знаю, что наш эфир либо сейчас в прямом эфире, либо в записи смотрят те люди, кто участвовали непосредственно в совершении этих преступлений. Вот я хочу сказать этим людям прямо в глаза, настолько, насколько сейчас можно говорить в глаза. Мы вас знаем. Мы вас всех высчитали. Вы везде оставили следы преступления. Мы эти следы собираем в отдельную картину. Вы сами про себя все знаете. Вы конченые негодяи. На вас негде ставить клейма. 20 лет без права переписки вам будет мало за то, что вы сделали, потому что то, что вы делаете, это преступление против основ конституционного строя Российской Федерации. Это тягчайшее преступление. Это преступление против государственных основ, потому что честные выборы является основой российского государства. Сколько бы раз вы ни подтирались российской конституцией, там написано, что основой государства является народ и честные выборы. Поэтому вы знаете про себя, что вы преступники. Вы это знаете про себя отлично, потому что вы каждый день совершаете преступления, вы считаете, что вас отмажут. Некоторые из участников этого преступления участвовали в президентской кампании Путина аж в Петербурге. Они считают, что это их прикроет, что это их спасет. Во-первых, всякое публика участвовала в избирательных кампаниях Путина и в Петербурге, и в Москве, и в Псковской области, и где бы то ни было. И это никакое не основание для освобождения от ответственности. Но кроме того, хочу сказать вам, господа, вы же планируете жить долго, вы планируете дожить до новых путинских пенсий. Весьма положительные планы, позитивные. Вопрос, где вы доживете до этих пенсий и при каких обстоятельствах. Потому что при некотором развитии политической истории нашей страны, то, как вы обеспечивали выборы президента Путина, будет являться отягчающим, а не смягчающим вину обстоятельствам. И вы это знаете, и вам есть над чем подумать. Я хочу сделать сейчас официальное политическое заявление, как председатель Псковского регионального отделения партии «Яблоко», депутат Псковского областного собрания и член Федерального политического комитета партии «Яблоко». Мы защищаем и будем защищать наших кандидатов. Мы сделаем все, что необходимо для того, чтобы они были защищены силой закона. Мы сделаем все для того, чтобы те бандиты и те будущие преступники, кого назовет преступниками суд, получили по заслугам за то, что они вытворяют сейчас в Псковской области. Вы, господа, приехали сюда в том числе после жизни на Северном Кавказе. Вам там, очевидно, понравилось. Вам, очевидно, нравится политический стиль Рамзана Ахматовича Кадырова. Это, наверное, вы считаете признаком политической силы, политической мощи, политического всевластия. Ну, езжайте туда, возвращайтесь обратно, вам там было хорошо? Вас устраивает такая политическая атмосфера и такая политическая жизнь? Какие проблемы? Вперед из песней, как говорится, под крылом самолета о чем-то поет. Убирайтесь отсюда. Это не ваша земля, это не ваш регион. Вы ничего не сделали для Псковской области, кроме того, что вы сейчас унижаете людей, которые здесь живут. Вы насилуете выборы. Вы занимаетесь прямым и открытым политическим бандитизмом. Вашим местом на скамье подсудимых. Мы сделаем все для того, чтобы вы там оказались. Бойтесь нас. Потому что страшнее, чем мы, у вас нет противника здесь. Мы защищаем свободу и демократию. Вы защищаете бандитизм.